Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим штатное крепление для камер заднего вида от компании RS, модель MRC083. Данное крепление предназначено для установки в автомобиле Mercedes Sprinter, Viano, Vito и также Volkswagen Crafter с 2007 года. Комплектация у нас простая. Это само крепление с местом для плафона, для подсветки номерного знака. Вот двухсторонний скотч и крепление отдельно для камеры заднего вида. То есть у нас продается вот такое вот крепление отдельно для этого. Для того, чтобы сделать камеру заднего вида, нам сама камера понадобится. Камеры есть различные производители, то есть подходят под это крепление. В данном случае у нас камера от компании также RS, модель RVC02-170UNI. Вот такая вот квадратная камера. Также есть у нее отдельная площадка для крепления. Такая же, как идет с самим плафоном подсветки. Вот. Давайте установим камеру на крепление. Посмотрим, как это делается. Вот, камера у нас установлена отдельно, дальше сверху крепится плафон для, выводится сначала сюда все провода, вот таким вот образом. Вот, далее все закрепляется в задней части автомобиля, плафон подсветки номерного знака. Вот сюда устанавливается сама подсветочка. Таким образом у нас полностью готова камера заднего вида к эксплуатации. Есть еще двусторонний скотч для надежного фиксирования в посадочном месте. Далее камера подключается на 12 вольт, ну и к монитору. Вот таким вот образом у нас все это работает. При покупке распространяется гарантия, дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.